Всем привет! 373-я серия турецкого сериала «Кровавые цветы» выйдет 24 октября. С русской озвучкой можно будет посмотреть на следующий день. Если вы ждете новой серии, тогда ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Дилан повсюду мерещится ее сын Миран. Она слышит его голос, и ей кажется, что он совсем близко. Баран пытается ее успокоить, но Дилан понимает, что ей не справиться одной. Ей нужна помощь психолога, который поможет пережить всю эту боль утраты. Чинар поддерживает Дилан, и она чувствует, что между ними связь стала еще крепче. Хаджер, видя это, пригрозила Чинару, сказав, если он будет общаться с Дилан, то она снова закроет его на складе. Несмотря на угрозы, Чинар продолжает общение с Бараном и Дилан, потому что его сильно к ним тянет. Он чувствует любовь и заботу с их стороны. Дилан не знает, что Джейда и Хаджер специально сводят ее с ума. Они это будут делать, пока от нее не избавятся. И если Дилан не будет осторожной, то она действительно потеряет рассудок. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.